решили снять небольшой ролик по мотивам одного западного видео. Там собака, значит, американский питбуль-терьер. И что меня всегда в какой-то степени удивляет. Как только выкладывают какой-то западный ролик, это собирает огромное количество просмотров, обсуждения. И даже в какой-то степени обидно, что у нас есть огромное количество инструкторов, отличных собак. И это не вызывает такого умиления и восхищения у людей, у любителей собаководов. Вот я взял, собственно, непосредственно свою обычную собаку, породы бельгийской овчарки, шоу такого нерабочего разведения, и мы хотим показать ролик, что могли бы сделать непосредственно, как я ранее сказал, по мотивам того ролика, который мы увидели на просторах Фейсбука и Ютуба. Значит, в этом ролике, который в самом начале, наш ролик будет последствием, какие две вещи мы заметили, ну скажем так, которые мы старались получше переснять. Это, во-первых, человек команды порядка 3 раз команду лежать на английском, соответственно, языке. Мы не видим съемок собаки по команде, она не отпускает, там ролик прекращается. И еще одного момента мы не видим, то, что делает непосредственно пират. Мы только слышим, как мы называем, шум хлыста, щелкает. Ну, скорее всего, там действительно щелкает хлыстом, возбуждает собаку, но непосредственно самого фигуранта мы вначале не видим. Итак, там дается команда лежать, человек возбуждает хлыстом, собака продолжает лежать. Затем подается команда рядом, то есть собака двигается, там вперед-назад немножко подвигается, идет посыл на поражение с отзывом, и обратно уже последний уже человек пускает собаку непосредственно на фигуранта. Ну вот, попробуем. Get him, boy, get him!